Доброе утро, девочки мои, и это мой новый влог. Я проснулась уже. Мне кажется, я заболеваю. У меня заложен нос и очень болит горло. Надо заправить кровать, иначе я весь день не проваляюсь. Хотя я в ней так проваляюсь, но это не важно. В общем-то, я оделась, и мы сейчас с мамой поедем в оптику выбирать мне очки, потому что эти уже просто... Приехали в оптику, которая на Кашисте, я там уже себе выбирала очки, но тех, которые я хотела взять, их не было, поэтому я взяла вот такие вот. И зачем тут лампа для маникюра, я вот этого не пойму. А сейчас я хожу по оптике, жду свою маму, потому что она пошла проверять все зрение, потому что она тоже хочет себе новые очки. Заказали мои очки, приехали в Зебра Кофе, я взяла себе латте. Там виджеты поставить. Короче, я 3 раза поменяла, потому что мне ничего не понравилось. Это просто... В общем-то, я помыла голову, у меня сейчас бейкинг, у меня как будто бы борода. Вот. Я сегодня накрасилась не своим тональным кремом, а вот такой вот миниатюркой от Dior, и честно, мне он не очень понравился. Мне кажется, он нифига не перекрыл, у меня видно синяки под глазами, вот, поэтому как-то не очень. И еще сегодня вот этим блеском накрасилась, и знаете, он не щипит губы, ну... Я его достаточно принесла, когда я его первый раз наносила, я такая, как же жжет, а сейчас нормально, знаете, поэтому... Хотела сегодня купить от Кико Милано блеск, но что-то не купила, потому что там не было оттенка нужного. Я хотела номер 20 или 19, а там были, по-моему, 08, 03, 04, 01, 02. Вот. 20-го не было. Так что вот, мои очки уже готовы. Вот, поэтому сейчас мама поедем их забирать, а потом поеду я в город со своей подружечкой. Я ее, кстати, встретила, когда мы были в Императоре, мы с мамой смотрели обувь, и там она такая. Вот. Мелочки. Мы ждали этот заказ целый час. Час. Ну, ешь только все, у меня горло болит. И что? И то мне надо 10 за раз есть. В общем-то, я выберу вот такой свитер, де-факто. В моряке он не нравится, а мне нравится. Я еще один мерила, но он с таким вырезом огромным. Я хочу здесь вот этот. Моряка, блин! Вот это. Вы увидели, куда мы ряженку положили? Я еще хотела сюда ее запихать, чтобы там не так скучно стало. А у меня нет. Поэтому я запихала в кофе. Пошли. Ищем Санджара. Да ты тупая. Надо нажать? Начните плакать. Не вставляй. Не вставлю. Чек, дождись, чек, чек, чек. Видео не вставляй. Я не помню, снимала ли я что-то дома. В общем-то, я уже приняла душ. Я купила вот эту вот сыворотку, не знаю, что это, крем для волос. Хочу попробовать. Я сейчас, кстати, ем аскорбинки. Вкусненько пахнет. Ой, кажется, очень много. Мне кажется, мне этого флакона хватит на год. Потому что от Pantene у меня была такая вот штучка с кремом. Мне хватило на полгода, по-моему. Вот. А это еще больше. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's just...
difficult. В общем-то, мы приехали в Сити, чтобы купить продукты, и вот у нас уже целая корзина и кучу масок. В общем-то, я уже дома. Мы сегодня ездили за продуктами домой купить. Вот, куда мы еще ездили, смотрели моему братику обувь. И все, больше ничего не делали особо-то. Заехали там покушать. Вот и все. Но я сегодня себя просто ужасно чувствовала. У меня заложен нос, у меня болит горло, у меня болит голова. В общем-то, это все так ужасно. И знаете, что еще ужаснее? То, что я обожаю поспать вечером просто, понимаете? Я легла что-то на кровать, смотрела пацанок и что-то уснула. В 6 проснулась 7. Вот вчера я тоже поспала, и в итоге уснула в 2 часа ночи. Я в последнее время ложусь там в 11, но не в 2. Вот поэтому все, мой режим просто сбит. Ну, на этом я с вами хотела попрощаться, так что если понравился этот влог, то ставь лайк, подписывайся на мой канал, а я тебя очень люблю.